голос. Я засыпаю под ваши готовки. Ваш голос успокаивает. Спасибо большое. Готовить интересно, и семья хорошая. Спасибо. Погода, жаль, испортилась. Это правда. Это очень жаль, что испортилась погода. Согласна с вами. Приятно смотреть счастье вашей семье. И вам счастье. Спасибо огромное. Вот с этой прической прям точь-в-точь, как в песне. Я такая, как есть, в синем костюме. Кстати, помню, да, точно. Там тоже такие кудряхи были. И там, кстати, худышка тоже была в этом костюмчике, я помню. Салам, шикарная женщина. Валейкум ассалам. Покажите ваши часы, пожалуйста. Вот они, часы мои. Желаю вам крепкого здоровья и вам тоже. Спасибо огромное. Вы такая классная, спасибо. Поздравляем с днем свадьбы. Спасибо, спасибо. Очень приятно. Он очень монотонный, уверенный, тихий голос. Счастья вам. Монотонный? Может быть, да. Может быть, кстати, и да. Мало эмоций, да, в голосе? Спокойный. Ну, да, возможно. Я думаю, что это скорее из-за того, что я педагог. Мне кажется, да. Мне кажется, что нужно на венчание в старом платье идти, а потом переодеться в новое для ужина. Интересная мысль. Интересная мысль. Я с мужем посоветуюсь. Вы офигенная, всего самого доброго. Спасибо огромное, и вам тоже. Спасибо, вы красотка. Вам спасибо. Их раздражает ваш голос, потому что женщины вам завидуют. У вас самый классный, нежный голосок. Любим вас. Спасибо большое, Анна. Спасибо вам. Прекрасная хозяйка, восхищаюсь. У меня сынуля под ваш голос заснул. Ой, как хорошо. Классно. Я, кстати, недавно Левушку укладывала спать, тоже ему пела песенку, он быстро очень уснул крепко. Оля мне благодарила, говорит, спасибо, мамочка. А, красотулечка, очень вас люблю. И я вас всех люблю. Спасибо. На венчании будут только самые близкие мои знакомые, мои подруги, а детей... Дочерей не будет, ну, Рита на Кипре, у Оли малыш, поэтому я не буду настаивать на том, чтобы она приехала. В церкви с младенцем тяжеловато, мало ли он там расплачется, поэтому Алёня посмотрит у меня в эфире. Все. Сексуальный голос, ну все. Секси-шмекси, бабуля. Из Казахстана, не знала, ничего себе. Да, из Казахстана. Сестры Натанас Калай, Джурна Стамакшуки. Пусть за своим голосом смотрит. Кому не нравится, пусть удаляется. Кошмар. Где вы увидели кошмар? Где? Покажите. У Собчак было ужасно. Говорят, она стриптиз танцевала. Не хотелось бы увидеть этого. Но она всегда была эпатажной девушкой. Ну, все-таки всему есть предел, эпатажу тоже. Я все-таки за старые традиции. Я вроде и не консервативный человек, но тем не менее. Как будете праздновать венчание? Ну вот праздновать я прям не буду, потому что вы понимаете, да, что еще 2 месяца назад... умерла моя мама. И, кстати, это событие подтолкнуло меня на то, чтобы обвенчаться. Вот. Поэтому будет все очень скромно. Мы просто обвенчаемся в церкви и просто посидим с моими подругами и их мужьями. Нас будет совсем немного. Мы просто посидим, покушаем. Никаких таких вот прям
гипер каких-то торжеств не намечается. Да и вообще венчание — это таинство. Я не думаю, что нужно из этого устраивать какую-то шумиху. Отдохните после венчания. Понедельник — день тяжелый, во вторник проведете розыгрыш. Нет, я в понедельник проведу розыгрыш, это 100%, потому что я уже написала об этом. Люди ждут, я не смогу просто. А потом, венчание — это не попойка, это просто венчание. Поэтому я не считаю, что я устану от этого очень сильно. Приятный нежный голос, спасибо. Спасибо большое. Красавица, спасибо, милашка, спасибо вам. Ой, сколько сообщений, я не успеваю. Не успеваю читать. И потом все-все-все перечитаю, я вам обещаю. Привет с Братска, привет. Сегодня розыгрыша не будет. Розыгрыш 5 призов будет. 5 призов я разыграю в понедельник. Прочитайте на моей странице последний пост. Я его выпустила буквально час назад. Как относитесь к творчеству Ольги Бузовой? Хорошо отношусь. Прическа прикольная, спасибо. Ты добрая, салам из Норильска. Валейкум ассалам. Какие планы на зиму? Громадье. Как вам невронорм? Я сейчас уже его не пью, но в тот момент, когда мама болела и когда ее не стало, я его пила, он помогает. Будьте счастливы и рады за вас. Спасибо, и вам тоже счастье. Как сохранить долгий брак? Это непросто, я вам так скажу. Очень много и соблазнов, и разных ситуаций, и жизненных коллизий. Поэтому я думаю, очень важно это взаимоуважение и терпение обязательно. Даже когда вам хочется закричать и начать ругаться, я вот считаю большим просто трудом, когда вы, улыбнувшись, скажете что-то приятное вашему мужу. Я так делала. И вы знаете, это работает. Работает, серьезно работает. Потому что в тот момент, когда вы злитесь, вы не можете думать о хорошем. А когда вы, пересилив себя, говорите приятные вещи мужу, либо улыбнетесь и скажете что-то приятное, у вас просто негатив тает, и вы с улыбкой говорите мужу приятные вещи. И все. Нет скандала, все хорошо. Мне ехать еще минут 30, я думаю. Я балдею от вашего голоса, спасибо. Из дома 2, в хороших отношениях практически со всеми. Испорченных отношений мало. Поэтому даже не знаю. Венчание, да, в Павловском Посаде, рядом с домом, церковь, в которую я хожу. Вы правы, все должно быть достойно. Счастье любит тишину. Вы классные. У вас остались родственники в Семипалатинске? Да. И в Семипалатинске, и в Бородулихе у меня есть родственники. Может быть, на следующий год, в день рождения моей мамы, в мае, я по традиции съезжу туда. Пример для подражания. Хороший голос. Спасибо. Желаю вам с супругом в завтрашнем дне света, тепла, конечно, счастья всей вашей большой семье. Спасибо вам огромное, и вам тоже счастья. С кузином какие у вас отношения? Сейчас никаких абсолютно, но я очень хорошо и тепло отношусь к Жене. У них скоро появится малыш. Желаю Саше легких родов. Пусть они будут счастливы. Я очень хочу, чтобы Женя был счастлив. Правда. Венчание в 11 часов. Прямой эфир. Я попрошу сына, чтобы он снимал прямой эфир, потому что, во-первых, я хочу оставить его себе на память. Это раз. А во-вторых, я хочу, чтобы его смотрели мои дети. Это Маргарита и Оля.
Ну и внуки тоже. Это два. А три, я хочу, чтобы вы были рядом со мной. На моей странице будет розыгрыш в понедельник в 8 вечера. Лицо натянули. Кто натянул лицо? Что за бред? Как можно сейчас натянуть лицо без операции? Объясните мне. Что вы какую-то ерунду говорите? Как часто вы будете выходить в эфир? Вас так приятно смотреть. А если вам очень приятно, если вы этого хотите, я могу выходить чаще. У меня очень добрый супруг, это да, согласна. Привет, привет, привет всем. Вы как антидепрессант, так успокаивает. Спасибо, всего самого доброго. И вам тоже, спасибо вам. Очень мудрое, всем желаете счастья, конечно. Чем больше счастливых людей вокруг, тем лучше будет мир вокруг нас. Привет, привет, привет. С соседями? Да, мы хорошо с соседями. И сказать, что дружить не дружим, прям вот, чтобы ходить друг к другу в гости, нет. Но мы общаемся, здороваемся, разговариваем иногда. В общем-то, нормально. Мне кажется, что с соседями слишком сближаться тоже не совсем правильно. Вообще, когда очень близко подпускаешь человека, мне кажется, происходят как раз самые неприятные вещи. Поэтому дружить очень сложно. Это надо, чтобы вот прям очень были такие люди, близкие по духу. Самое обаятельное привлекательное. Спасибо большое. Ирина, вы бывали в городе Муром? Нет, ни разу не была. Красивое название такое — Муром. Мне сразу напоминает Илья Муромец. Блин, помните? Впереди дорожные работы. Ирочка, привет из Самары. Привет. На Кипр не хотите переехать? Вот прям совсем переехать? Нет. Но я бы хотела там иметь жилье. Дом мы не продали пока. Какая у вас машина? Мерседес. Я от вас в восторге. Спасибо. Венчание в 11 утра. Я не знаю, из какого вы города, сколько будет у вас времени. У нас по Москве будет 11 утра. Сегодня розыгрыша не будет. Зайдите на мою страничку, посмотрите последний пост. Розыгрыш пройдет в понедельник. Я разыграю 5 подарков сразу. Из Лангепаса, здравствуйте. Новый Ренгой, здравствуйте. Я не на диете, у меня получилась вынужденная диета из-за того, что мне сейчас делают импланты с двух сторон сразу. Вот, и там было наращивание кости, поэтому я не могла есть. 2,5 недели я совсем исхудала. Вы часто отдыхаете? Какой ваш любимый курорт? Я отдыхаю раз в год. Иногда получается 2, но это редко. Поэтому курортом любимым не могу назвать ничего. Я очень люблю Северный Кипр. И последние годы я езжу только туда. Ростов-на-Дону любит вас. Я-то тоже люблю. Ростов-на-Дону обожаю. Вы знаете, что мои родственники живут в станице Егорлыцкая. Это под Ростовом. Поэтому я не понаслышке знаю Ростов-на-Дону, проезжала, была проездом несколько раз. В понедельник.
понедельник розыгрыш в 20:00. Прямой эфир на моей странице. Я бы от вас хоть открыточку с хорошим пожеланием рада была получить. Мне кажется, даже она будет заряжена на удачу. На самом деле, это несложно. Мне кажется, что это неплохая мысль. И если кому-то будет приятно от меня получить открытку, я куплю много открыток и подпишу, и отправлю тем, кто этого хочет. Мне несложно, правда. Про Анастасию Зворотнюк слышала. К сожалению, слышала. Мне бы очень хотелось, чтобы это все было неправдой. Но, судя по новостям, это так. И очень жаль, правда. Привет, Краснодар. Привет, Краснодар. Привет, Питер. Красноярск. У меня в Красноярске двоюродная сестра живет, Танечка. С Токаревой мы не общаемся. Мне неприятно эта девушка. Привет. У Зворотнюк диагностировали 4-ю стадию опухоли головного мозга. На улице очень часто, конечно, узнают. Я уже привыкла. Какая вы сегодня красивая. Мне Валюша покрасила, уложила, очень красиво. Гамбург. Я очень хочу. Я тоже солдат. Мне на Новый год открытку. Привет из Махачкалы. Привет. Я хочу открытку. Привет из Нового Уренгоя. Привет. Из Токарева ругались и суболевали. Я так скажу, я вылила бы и сейчас, если бы она опять пожалела для моей беременной дочери кусочек еды. Поэтому, мне кажется, любая мать бы так сделала. Рада вас видеть. Спасибо. Рязань, привет. Замечательно выглядит. Спасибо. Ваши дети всегда были дружны. Мои дети, как и все дети, и ругались, и дрались, и ссорились, и дружили. А сейчас они очень дружны. И меня это, как маму, радует безумно. Я просто все делала для того, чтобы они дружили. Правда. Я очень старалась для этого. Есть масса просто педагогических способов и приемов. А иногда это происходит на интуитивном уровне у родителей, когда ты делаешь все для того, чтобы твои дети дружили. И когда ты видишь, что происходит, черная кошка между ними прибежала, то есть способы сделать так, чтобы они помирились. Привет от моего мужа, который визуально кушал, что вы готовите, когда я была на даче все лето. Спасибо. Вы знаете, мне вчера дизайнер по шторам, который шьет шторы Маргарите, шила шторы для моего дома. Женечка, я ее обожаю, люблю. Она мне вчера прислала переписку, скрин переписки со своим мужем, где он ей прислал фотографию варенья яблочно-виноградного, последнее. И написал: «Я хочу, чтобы ты сделал то же самое». Мне было так приятно, просто, правда. Мне бы ваш глаз алмаз, чтобы также помочь в будущем правильно найти мужей дочкам. Мне кажется, что у любой мамы есть этот глаз алмаз. У моей мамы точно он был, потому что она моего мужа сразу полюбила. Она сразу сказала, что это потрясающий человек. Неловко, но я тоже хочу от вас открытку. Давайте договоримся так, что те, кто хочет от меня открытку, пришлет меня в директ. Полный почтовый адрес, фамилию, имя, отчество. Хорошо. С Лебершей мы не общаемся. С Кадони очень хорошо сейчас общаемся. Мы помирились. У нас сумерки сейчас. Умница и красавица, спасибо. Боже, как она похожа на мамочку мою. Я похожа на мамочку, правда? Привет из Осетии, привет, привет. Вот такая умничка, спасибо. Вы рады за Женю и что скоро родится ребеночек у него? Очень,
общаемся, но когда видимся, очень хорошо общаемся. Очень хочу от вас открытку. Напишите, я уже сказала. Скашупина Лера живет в Электростале. Это 25 километров от моего города. Кстати, я сейчас буду его проезжать. Я тоже хочу открыточку с вашей энергией. Так приятно. Кем работает мой муж? Это не так важно, правда. Для того, чтобы со мной общаться, эта информация вам не нужна. Вам бы Бузовых сестер помирить. Если бы я была на месте мамы Оли Бузовой, да, и Ани, я бы, думаю, конечно, сделала бы все для того, чтобы их помирить. Но мы же не знаем, может быть, Ирина Александровна, ее, кстати, зовут так же, как и меня, делает это все, потому что, мне кажется, любая мама переживает, если честно, вообще любая. Поэтому мы не можем видеть то, что происходит сейчас там. Поэтому думаю, что они помирятся, они же родная кровь. Я бы хотела, чтобы они помирились. У них такие отношения хорошие были, две сестреночки. Мне кажется, что их мама должна точно переживать. Это неправильно. Как вы поняли, что Илья и Паша те самые? Вы знаете, по Илье вот, вот и по Паше сразу могу сказать, что чисто интуитивно вот они мне прям понравились. Сразу, с первого взгляда. То есть это было вот прям вот сразу. Вам срочно надо на ТВ ведущей работать. Вы не в курсе, у Кудиных родился поросеночек. Ой, не называйте поросеночком. Мне очень как-то коробит, когда так говорят на ребенка, поэтому ребеночек, насколько я понимаю, еще не родился, иначе бы все новостные паблики уже об этом говорили. После похудения стали похожи на Ритину свекровь. Нет, мне кажется, что я вообще на нее не похожа. Хотя нам пишут об этом, но я не вижу ничего общего. С кем из Дом-2 сейчас общаетесь? Ну вот прям вот, чтобы общаться ни с кем. С Алианой мы хорошо общаемся, с Викой Романец общаемся. Кого вижу, со всеми общаемся. У вас такая приятная семья, и вы, и дети ваши. Спасибо. Вы просто красавица, спасибо. Так Артемова сама так называет, поросят. Ну, Саша, может, и ласково так и называть своего ребенка, как хочет. Но я считаю, что посторонние люди, а я для них посторонний человек, не может так называть. Я помню, как вы в дверях стояли, не пускали Надю в отношениях с Олей. Но Надя тогда лезла. Она реально лезла и портила все. Поэтому не пускала. Вы всегда себя контролируете. У вас бывают нервные срывы. Как вам удается у вас нервные срывы? На Доме 2 были нервные срывы. Но там обстановка такая очень накаленная. Очень. И когда я видела, что моих детей накачивают просто неправильными, ложными какими-то приоритетами, что их стараются против друг друга настроить, против матери, направлять на ложный путь, я срывалась, я реально срывалась, это правда. А дома я не срываюсь, вообще я редко плачу. Бывает такое, что меня обидно, но это в основном, когда меня обижают мои близкие люди, которые могут ранить очень больно. А от чужих людей я давно уже не плачу. Розыгрыш будет в понедельник в 20:00 в прямом эфире на моей странице. Я разыграю сразу 5 призов. Не знаю насчет зависти, но то, что она лезла в пару, это факт. Вы умеете поддержать свою красоту. Спасибо. Как Митя относится к тому, что у Кузина родится ребенок? Митя чудо-ребенок, кстати. Вы знаете, я не знаю. Буду как раз на Кипре. Я думаю, что он уже будет знать. Посмотрю, как он будет реагировать. Постараюсь его настроить на правильные эмоции.
поэтому все будет хорошо. Живем с вами в одном городе, видела вас часто в разъездных делах, вообще вы не пафосная совершенно. Это правда, я не пафосная. Хотя раньше многие так думали, да, очень многие думают, что я такая вся там надменная, как говорят, холодная. Это не про меня история. Абсолютно. Скажите, пожалуйста, где вы занимались зубами? Дорого было очень. Нет, я занимаюсь и сейчас продолжаю заниматься в клинике Санадент. Я давала ссылки на эту клинику. Вот. Там, кстати, сейчас, по-моему, до какого-то сентября, то ли до 19-го, очень дешевые цены на импланты, на установку. Поэтому, если что, напишите Санадент Москва. Здравствуйте. Я еду домой. Женя метет. Нет, не забирает. Ну, заберет еще. Сейчас Женя не до этого. Он все-таки с Сашей сейчас. Так, девочки.